Тверской филиал модельного агентства ProModels и авторский проект Татьяны Бертуль ProMe для женщин 35+, выступили партнерами праздника по случаю 7-го дня рождения торгово-развлекательного центра «Рио». Юные воспитанники школы ProKids Models и участницы ProMe покорили еще одну крупную площадку, приняв участие в масштабном модном показе. Событие открыла специальный звездный гость, актриса, певица и телеведущая канала Муз-ТВ Настя Негода. Звездочки ProModels очаровали публику, уверенно продефилировав по подиуму. Несмотря на юный возраст, дети и подростки со знанием дела выходят на большие площадки и участвуют в показах. В модельной школе выстроена авторская программа с увлекательными занятиями. И главное, что полученные навыки они применяют во время фэшн-съемок для журналов и ТВ на крупных российских показах. Так, совсем недавно ребята приняли участие в модном событии Moscow Fashion Fair, где не только получили новый опыт, но и познакомились с дизайнерами и звездами шоу-бизнеса, в том числе и с Настей Негодой. Популярная актриса с удовольствием приняла приглашение от руководителя тверского филиала ProModels Татьяны Бертуль выступить в Твери. И воспитанники модельной школы блестяще проявили себя не только на дефиле, но и во время записи интервью со звездной гостьей, прокачав навыки и в медиасфере. Вам нравится в городе Тверь? Да, на самом деле я в Твери не первый раз, я была первый раз 10 лет назад, когда была студенткой, здесь были всероссийские дефильские игры, я училась на режиссера, и мы здесь участвовали в большом конкурсе, и вот спустя 10 лет я снова в Твери, очень классный, уютный, зеленый город, мне очень здесь у вас понравилось. Когда выйдет новая песня? Новая песня у меня выйдет 4 ноября, а 5 ноября у меня сольный концерт в Москве в Депо, поэтому если будет возможность, обязательно приезжайте. Хорошо. Вам понравился наш показ? Показ замечательный. Красивый. Такая от вас идет классная энергетика. Я люблю принимать участие в таких показах. Спасибо большое вам за приглашение. Сотни гостей на праздновании дня рождения торгово-развлекательного центра «Рио» увидели детские коллекции от магазинов «Gloria Jeans», «Котофей», «Так Мимила», которые продемонстрировали дети и подростки ProModels. А модные образы от магазинов «Любимый размер», «Серджинетти», «Лабран», «Нео» и «Фэшн Деним» представили участницы проекта ProMe. А сейчас активно идет набор на второй сезон проекта ProMe для женщин 35+, который стартует в ноябре. Курс ведет опытная команда наставников, топовые специалисты в области моды, косметологии, психологии. Участниц ждут увлекательные занятия о секретах стиля, макияжа, здоровье и красоте, тренинги по личностному росту, модельное дефиле и креативные фотопроекты. Как говорит автор курса Татьяна Бертуль, для многих героинь первого сезона ProMe вдохнул в них новую жизнь, стал настоящим открытием и своего рода комьюнити, где можно отвлечься от работы, быта и посвятить время себе любимой.